Привет-привет, мои дорогие подписчики. Сегодня что у нас там? 15 июля. Ребята похмеляются. Все живы-здоровы, слава богу. Ну, по поводу Машки пока все молчат, не знаю. Принимаю я решение действовать по обстоятельствам. Короче, будем мыться сегодня на улице. Сейчас наберу баклажек 5-литровых. Воду у бычи тоже отключили. Нашел бычин телефон, ключи от квартиры. Все нашел, все цело. Вот, принесли пацаны. Там он парень лежит. Он, короче, принес телефон. Я позвонил, он трубку поднял, говорит: Сань, не знаю, как телефон попал ко мне, не помню, пьяный был. Но отдал телефон. Вот. По Маше стрижку, помывку будем производить в полевых условиях. Никто, короче, не откликнулся пока по этой теме, поэтому... Ну и дорого, дорого. Там предлагала одна подписчица, Марина, огромное спасибо. 1500 снять там на сутки комнату, лучше эти 1500 истратить на лекарства или там на что-то более необходимое. Жара на улице 30 градусов, ничего страшного, помоется на улице, подстригу ее. Насчет покраски качества не обещаю. Как бы первый раз у меня это в жизни. Ну, первый раз всем больно, потом привыкают, как говорится. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Нажмите колокольчик, потому что многие говорят, не приходят оповещения, когда что, когда прямые эфиры. Не приходят оповещения, потому что не нажат у вас колокольчик. Нажмите колокольчик, у вас вылетит 3 строки. И нажмите верхнюю строку оповещения обо всех событиях. Тогда вы будете в курсе. Вот. И не забывайте про кнопочку спонсорства канала. Не откажемся мы ни от донатов, ни от чего. Вещи, продукты и так далее. Передадим все по назначению. Все видно это видео. Имейте свое мнение. Короче, думайте, развивайте серое вещество и поменьше бухайте. 227 день сегодня. Приказ номер 227. Приятного просмотра. Смотрите видос. Теперь локоть у тебя, да? Да. Ну, коленку покажи. Коленка не так. Коленка вроде коленка нормально. А локоть у меня все заболело. Целый день все ловет нахуй, блядь. Опять руки грязные, блядь. Ёб твою мать. Ну а когда ты пойдешь? Ну время уже, блядь, обед, ёб ты, у тебя руки грязные до сих пор. А я только проснулась. У мужиков руки чистые, ёб твою мать. Ну я только проснулась. Смотри, да последние мозги сотрясешь там нахуй. Ребята, которые там судите, как хотите, надо заставлять их. А у меня заставляет. Сегодня привезут машинку. С квартирой я пока не договорился, ни хера. Машинку подстригу тебе и покрашу нахуй. Прямо на лысину. Да не надо на лысину. Так, культурную стрижечку сделай, под мальчиком. Под бульбу сделаем вот так. Как бульба? Да. Машинку сегодня должны привезти. Так, заебись, бычин телефон я нашел. Братан, он приподнял, молодец, спасибо. Ключи нашел, телефон нашел. Все живы, здоровы. Бульба, наливай, ёпты. Да я понял. Все, Манька, пообещали тебя помыть, побрить, и никто нихуя пока не звонил. Не знаю. Будем действовать по обстоятельствам. Принесу ведро воды тебе, слышишь? Будешь здесь мыться. Ну. Барабанить? Как он барабанит?
Колбаса вкусная, ой, сейчас полетит. Сейчас бульба полетит на этот, на бутырский рынок. Колбаса салями. Какая? С салями, а с сахарами нету? Сейчас зайдем. Так, сейчас пойду получу этот вентилятор. Купили Сашке синему вентилятор. Как сигарета называется, блядь, не вижу. В Ротманс. Нашел, но его на улице шел. Целая пачка лежит. Кто-то где-то отдыхал. Как-то так. А мы вчера тут на гитаре песни пели. А вы где были? Я знаю. А, мы? Догадываюсь. Эй, подожди, ты что пиздишь? Мы вчера, кстати, тебе опера не звонили. Опера? А после этого тура. Нет. Маша, или как его? Мне сообщили... Упаковали, короче, нам. С озера. Спайковые. Забрали все нас. Вот этого узбеки, вот этого. Вот это. Я единственное знаю имя и фамилию ее, этого сожителя. Они ищут адрес. Адрес. Чтобы забрать ее, нахуй, чтобы для похоронить. Я твою этот номер дал. Маэстро сказал, чтобы брать. Угу. Вы маэстро, блогер наши есть. Братья, заходите туда и там номер дал. Да, Орис спросил. Угу. И он найдет вас. А этот, короче, я Александр. Короче, это долбоеб это, что в белой маке ходил, Саша. Но. Нас выпускают этого опять на депортацию. Ёб твою мать. Никак тебя не депортируют, да? Не, не могут. А тут зашел в эту самую палатку, ну это, блядь, там беседка такая сделана. Здорово. Заходит в беседку нахуй, спать ложится. Ну. Пошли домой. Нас выпускают. Не, я тут полежу. Иди ты нахуй. Этого на депортацию. И мы, короче, по его фамилии нахуй. На выход нахуй. Иди ты нахуй. Долбоёб. Я этот. И этот. На выход отхожу, короче. Как твои фамилии? Он выходит впереди, Александр, такой-то фамилия говорит. И я подхожу, блядь. А птичку сюда клал? Рот свой закрой, пока. Ну, я что? Я тоже говорю, Александр, но. Он не смотрит. Бля, Саня, расскажи. Но он не может. Кто вы, блядь, какого? Волгоградский, Саня. Вот, да. Там Гречухинцы, как его фамилия? Нас отпускают обоих, этого закрывают. Этот, блядь, придурок приходит. А, и его с вами забрали, да? Да. Мы, короче, там еще будут... Блин, не звонили мне, хоть сообщить это родственников. Блядь, надо найти. Самому позвонить. Копки, а какой там отдел? 16-й, по-моему. Не 116-й. 116-й. Это улица Академическая. Большая Академическая. Большая Академическая. Да, да, да. Да. Ага. Все там, Манька, у тебя захарчи. Это что еще такое? Блять, как у тракториста руки. Ёб твою три бога мать. И в рот еще их тянет, блять, падла. У меня ругается, скажем. А я забыла, мне вчера дали. Ну что, еще лимоны. Девчат, да. Хочешь за водку садишь? За водку? За водку, хочешь? Что, я это выкидываю?
Кого? Будешь стирать? Оставь. Не, будь не так. Не дай, блядь. Но, белая. Разговаривай. Маня, как же тебя, блядь, наверное, вечером пойдем на базу, нахуй. Я сейчас на это наберу, блядь, пол этих пятилитровых воды, нахуй. Там одежду, надо тебе все отдать, а то меня начинают заебывать в интернете. Когда, 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 когда. Слышишь или нет? Я тебя оставляю. 131, 131. 231. 231. Голубой топаз называется. Это потом будет. А что ты хочешь сделать? Лекарство. Флэш. Флэш. Могу. Ну, попозже делать. Коктейль. Флэш. Один коктейль. Флэш. Бутылка водки. И бутылка водки. Флэш. А вон она лежит. А, вон. Вы вчера тоже ездили, да, на этом, на пруды? Да. Вот и тогда выкидывайте его. Ебанутая. Что, это церковные книжки? Да, да. Не надо выкидывать, он к церкви отнеси. Или пускай. Положи на порог. Или пускай сумки. Что, ебанутая? Не, ну будет тут. Бля, он мусульманин, нахуй, то, бля, понимаешь, что такое, блядь. Крест святой, нахуй. Его нельзя выкидывать. А это знаешь, где я нашла? У нас там. Константин-Дюхов-Дюхов. Неряхой. Где Валера этот, высокий наш, губа. Я понял. Я оттуда забрала. А этот, Машка, не знаешь, куда это Олег-то делся? Как вы вчера вообще разошлись вечером? Я раньше ушла. А, они там еще оставались, да? Я не знаю, где они. Как я дошел сюда, я не знаю. А это? Ну, вот телефон нашел, бычин. Телефон, ключи, все цело. Чего рассказывает? Чего рассказывать? Ездил сейчас это, сестру провожал на автобус. Ну, я не знаю. Это долго там? Кого? Да зиму жалко, хочется зиму стрелять. Ты чего, так и не ходил на Мишина? Не отдал, я только это стою. А, мама? Полчаса. Полчаса? Блин, звонят мне. Кадр. Это не русский? Манюшки. Это 50 копеек белорусских. Я знаю, но я по духов сказала. Что ты ругаться будешь? Опять ревизию Манька наводит в сумках своих. А заставляют? 50 копеек белорусских. А я не знаю, по вашему. Копеек. У Бульбы волосы выросли в Москве. Да, вот здесь. Да, сын вырос, нахуй, блядь. А? Здесь волосы. А где ты их нашла? Что? Шо? А я ей спрятала, мне кто-то плавал. Там как у барана, блядь, катышки нахуй. Не мыла голову. Ну как он мне? Дай это.
Ой, Аслан, малый, блядь, цены нету. И стоматолог, и цирюльник. И кто он только не есть. Парикмахер личный, Манькин. Манька облигация, да? Манька облигация, ага. Облигация, зенитки берет. Сын Лужкова и Гальцева, блядь. Манька, мы скоро сделаем красавицу. Она и так красивая, но... Еще не дошла. Только надо найти медведь. Я тебя загоню медведя. У нас Маша есть, а медведя нет. Фига меня. А он теплый весь, да. Пойдем. Спасибо. Манька, на улице будем сегодня купаться, ну. Хуля делать. На речку ты не ездишь. Девочка красавица. Все, бантик ей надо завязать еще. Вот прямо сюда. Сюда смотри. А, за ухом. Ну мыться надо, Маня, мыться надо, ёб твою мать. Там ничего нет. Чё, прошёл? Внутри он синее у неё. Где Ваня? Внутри ухо синее, синяк в ухе. Ты смысл понял, что... Ну да. Саня говорит... Он меня убьёт, как-нибудь. Саня говорит, что между ног синий. Покажи. Снимает прям. Между ног уже зеленая, наверное, плесенью покрылась. Иди, Ваня. Заросло, да? Ну. Хвойным лесом, блядь. Это? Мох. Мох, блядь. И ягель, блядь, вырос. Сейчас разрешался. Манька, я. Маня, наливай. А то уйду. У меня голова чуть-чуть. Ты наливаешь. Я бармен, да? А что мне платить за бармен? А ног вообще в дом. Так, ну ладно. Все живы, здоровы, самое главное. Ребята, подпишитесь на канал, поставите лайки, напишите комментарии. Братцы, лайки, ставьте. Если мы один за одним смотрим, никто не сдохнет из нас. Это когда, знаете, это... А, как это, да, убивай. Это любовь.